сделал уже несколько кругов по выставке, и назвать ее сильно большой и грандиозной я не могу. Мне кажется, данная выставка, ну, может быть, чуть-чуть больше по представителям, по своим масштабам, чем предыдущая была выставка, которая проходила ранее. Вот. Здесь отдельный есть павильон, ну, отдельный, либо там зал, назовем это так, под шмотки, под охоту, наверное, скажем так, там шмотки, охота, вот, и отдельно под рыбалку. Говорят, что где-то здесь лодки отдельно представлены. Но по рыбалке, ну, сильно прям что-то прям. Вообще на самом деле все это дело очень сильно по какой-то причине очень сильно просело. То есть реально представителей очень мало. Новинки есть, интерес, что-то интересное я вам все-таки попытаюсь показать. Вот, все-таки кто ищет, тот находит. Для себя можно что-то интересное найти. Итак, друзья мои, пойдемте посмотрим, что я смог найти на данной выставке. Данная сигнализация на самом деле очень нужная при отдыхе на природе, на рыбалке. Позволяет сохранить наши снасти, вещи при отдыхе на природе. Я не знаю, как они называются, я там квартиру. Отличная работа. Я в прошлом году на берегу Сокострова. Это вот как раз это Самара. Вот он сюда как тоже. Ну, со всей России присылают фотографии. Это в заброс Жерик на нее ловили. Какие сколько стоят? 550. На деньги. Камера на iPhone перед вас, но реально светится очень-очень. Работа. А сколько они стоят в розницу? 7. Вот первый 7, этот порядка 6. И последний там порядка 4. А вот это, наверное, в районе 5 получается, да? Да. А можно сейчас прям по сайту прям все глянуть. Ты не помнишь, какая цена у вас здесь? Сейчас я принесу. Все по разнице. Металл.
плавающих. Вот последнюю неделю мы думали, как каталог не добавить. Не было, набьем палку. Даже не сказали, получается, что мы получили последнюю неделю. Друзья мои, мы на стенде «Сибирский медведь». Сибир. Так называется. Сибирский медведь, короче. Ребята представляют новинку этого сезона. Это обалденные пацаки, подсачники, да? Пацаки. Вот. Черпаки. Давайте мы вам сейчас поближе их посмотрим. Покажем, как они складываются, какой у них функционал, насколько они такие, ну, скажем, прочные и интересные. Новинка сезона. Здравствуйте. Представляем новую модельку подсаков. Модель называется «Пеликан». Выполнена в плавающем варианте. С телескопической рукояткой. Обладает дополнительной рукояткой, чтобы было удобно вытаскивать сетку из воды. Рукоятка оснащена дополнительным упором для предплечий, что позволяет очень сильно разгрузить руку, особенно если работать в одного с лодки. Принимаем, будет большая мобильность. Сетка пропитана силиконом, что не дает крючкам впиваться. Есть так. Моделька Кукабара. Это усиленный вариант с более толстой ручкой. Есть в стандартном варианте с одночасной ручкой. Есть в телескопическом. То есть с общей длиной подсака 2,5 метра. Есть какой максимальный размер? Ручка утолщенная, большого диаметра. 150. 150? Да. Маловато. Большого диаметра, выдерживает большие нагрузки на излом. При этом в транспортировке очень компактно. Да, да, да. Очень понравилось, очень хорошие вещи. Молодцы. Ну, для любителей забродки есть аналогичные подсаки. В формате теннисной ракетки. Как их называют. Выдвижные они тоже? Нет, они складные. То есть можно типа ракетка, которая еще может быть, ну, удлиненная. Нету, пока нету. Чтобы, допустим, если бы забродка была, если выходишь на берег, допустим, с обрывистого берега, чтобы можно было достать. Попробуем доработать. Ну, как спрос будет, будут пожелания рыболовов. Будем дорабатывать. Надеюсь, получится. А есть что-нибудь интересное? Нет. Мы не делаем складные, потому что они плавающие. Чтобы камера. Рама, вот этот плавающий. Да, этот плавающий. У него пол. Ладно, где? Давай кинем вот там. Ну, спасибо вам. Пожалуйста. За рассказ интересный. Сейчас мы еще пробежимся по стенду, посмотрим, что у вас есть интересно. В размере 2,10 до 300 грамм. Ну, вот мне
мне почему-то кажется, что она помягче, чем раньше было. Но могу ошибаться, давно я в руках не держал. Вот как вариант. Представители говорят, что на складе есть, так что если есть желающие, звоните, приобретайте в компанию. Волжанка, звоните. Так что вот так, Авача в размере 2.10 есть в наличии. Но мне кажется, что она немножко мягковата стала. Я не знаю, правда, давно не держал в руке предыдущую Авачу. Хотя вроде говорят, что ничего пока не меняли. Вот. Но вот я вам показал, если вдруг что, обращайтесь в компанию Волжанка. Или где-то на рынках страны ищите. Пойдем дальше. Ребят, значит, выставка, я говорю, ну реально не актив. Зашли на стенд Максимус. Здесь сейчас вот по многим просьбам покажу палку Трейсер до 120 лб. И для сравнения, есть там меньше тест, да? И сейчас для сравнения покажу вам с более меньшим тестом. Это 120 лб. Длина какая? 6,5 рублей, это ебануть. 120 лб. Ну, так, в принципе, прикрепленные задачи, может быть, какие-то. Ну, 2.40, она еще. Это 2.40. А 2.10 есть там, нет? Нет, у них пока. 2.10, я говорю, ты все показал и все продали. 10.25, чтобы никто не вздумал это брать. А то некоторые думают. Так, вот и 25 лб. Во-первых, это сразу, короче, из серии что-то даже, не знаю, какая-то донка, джик, там, не знаю, что там, про что это используют, но джик имеется в виду в кавычках, да? То есть эта палка реально очень такая сопелькая. И она реально прям, не знаю, как показать, гнется вообще, ну просто раз-два. Я покажу, я покажу. Подожди, Сережа. Я боюсь проклюнуть нахрен, что проклюнуть. Короче, как вариант, если кто-то думает и есть желание брать трейсер, то это палочка как раз до 120 лб. Ну, не меньше точно. То есть это вот я вам показал 120 лб, ну и до 25 лб. Вот. Дальше двигаемся. Аджаз здесь есть у них, чтобы русский вопрос, то аджаз были. Сейчас посмотрим, может быть, что-то еще на Максимус найдем. А вот палочка Бонсер. Есть и меньше. Тоже, да? Она мягче, мягче джаза, мягче трейсера. Если
достаю к тебе ум. Не могу. До 40 ЛБ в размере 2.10. Ну вот все, в принципе, максимум все, больше особо ничего здесь показать не могу. Здесь не стоят еще какие-то там совсем дубины реальные, ну очень совсем дрянные. Поэтому вот трейсер и этот баунсер. Вот. Ну, короче, баунсер и трейсер. Вот две палочки, которые, наверное, больше всего спрашивают. Еще джаз спрашивают, но джаз мы так не нашли. Джаза нет. Все, вот сказал вам строй, двигаемся дальше. Зайдем сейчас еще на Наутилус, посмотрим еще раз, ковыряем палочку, если она там есть, и двинемся дальше. Попробуем найти сейчас Акуму. На самом деле, что-то выставка, я говорю, особо брендами не блещет. Народу очень мало. Точнее, народу много, а представителей мало. Так, а вот то, что, в принципе, идеально подходит, ну, под мои задачи, скажем так. Даже можно чуть пожестче. Вот. Это у нас палочка Nautilus Monster Pike GB в размере 2 метра, 2 сантиметра и до 150 грамм. Вот эта палочка, я бы сказал, идеальная. Очень красивая, очень изящная, очень легкая и идеально подходит под наши задачи. Да, она даже, наверное, для водоема без течения будет, ну, отлично себя показывать. Универсальная палка. Для актуба, может быть, будет мягковато немного, но вот я ее буду в апреле проверять, смотреть. Так, на данном стенде, в принципе, по тренинговой тематике особо больше ничего нету. Мы двигаемся дальше. Сейчас зайдем на Акуму, на Волжанку. На Волжанке мы были уже. Ну, короче, так, ладно. Сейчас, короче, двигаемся дальше. Посмотрим, куда дальше. Проходил мимо стенда Кемпинг 2000. Раньше я брал маленький ящик групп, сейчас у них увидел здоровые ящики, раньше их не видел. Это, короче, можно использовать под рыбу, как термоящики, ну и под какие-нибудь другие там целевые задачи. Это 55 литров ящик, просто бомбически, мне очень понравился, сейчас покажу. В принципе, для перевозки филе, там, я не знаю, какое-то определенное количество рыбы вполне достаточно, 55 литров. Ящики очень прочные, ребята делают. Качество реально отменное. Если кому интересно, ищите в интернете. Я думаю, они везде доступны. Также есть термоящики у данного производителя, наверное, да, это они сами делают. Да, Кемпинг Ворлд. Вот такие ящики. Интересные сейчас вещи, значит, вам покажу. О, здорово. И как где стенд-то? Сейчас, ребяточки, секундочку. А стенд у нас с той стороны, около сцены. Слушай, где весь дежняк проходит. Что с выставкой стало? Это та выставка вообще, которая всю жизнь проходила или нет? Какая, 54-я или какая-то? Какая-то, да, не 54-я, но народу очень много и так приятно. Много вообще? Да. И вообще, да, очень. И экспонатов много, и людей много. Секрет вот такой. Куда все делись? Да я не могу понять, что происходит. Смотря кого под всеми подразумевать. Ну, слушай, ну старые игроки-то основные, где вот? Старые? Ну, старые, я так понимаю, что они устарели, да. Ну, может быть, устарели, может быть, еще перестроились. А может, трендец, вообще никого нет. Просто никого нет, кроме вас, конечно. И Волжанки. Да, Волжанки. Ну, вообще, Наутилус или как, вы тоже молодцы.
кстати. Там и Волжанка есть, и Тонар есть. Ну вот тут что, все? Все? Тонар, Волжанка, Акума. Ну какие-то новые игроки появляются. Новые только крутилось. Ну очень печально, очень мало. Давай сейчас к тебе зайдем. Есть хорошо. Посмотреть? А, да, конечно. Мы на эту выставку вам покажем на видео. Все, сейчас забежим. Все. А то даже поговорить не с кем. Приходите. Так вот, друзья мои, сейчас я покажу вам жмых. Так, прическа моя. Сейчас мы посмотрим жмых, секрет от Диваня. Есть у них новинка интересная, говорят, не размывается, не размывается в течение очень долгого времени. Ну, сейчас, грубо говоря, нам люди сами все расскажут. Ну, от 8 часов держит. Это вот такая вот липкая штукенция. Да, но она твердая. Да, внутри она твердая. Можно ее в разрезе посмотреть? Ну, порезать? Внутри она твердая. Говорят, что держится, пахнет она прямо изумительно. Давайте сюда идем. Конечно, мы этим занимаемся. Так если привезет, она золотую. Потому что семечки, она такая мягенькая. Вы ее режете, видите, она внутри тверденькая, то есть не то, что там говно какое-то, она вот именно твердая. Да, да, да. У нас одну коробку сейчас получаем, да. Маленькая коробка, вот такая, 970 рублей. Маленькая. Вот, на ощупь она реально твердая, как камень. Ну, не как камень, конечно, но режется на ступе. Да, да, как жмых? Твердая. Даже помягче жмыха, наверное, все-таки. Жмых это вот там вообще твердая. Да, да. Да. Говорят, 8 часов держится. Это что... с января месяца сделал вот производитель наш. В восторге, потому что все ящики разламываются. Потому что эти вечные? Я не думаю, что они вечные, но они правильные. Ну, они прочные. Мягкие, классические, хорошие, качественные. Ребятушки, мы на стенде компании Нормарк. Стендик в этот раз у них скромный, но есть новинки определенные. Есть новинки по воблерам, по одежде, есть по палочкам новинки, по катушкам. Сейчас что-то пробежимся. Показать есть что. Вот. Сейчас Александр нам расскажет про новиночки воблерочков. Тут разная тема. И, в принципе, как моим подписчикам-троллингистам что-то понравится. И бросковые тематики, и головлиная тема. В принципе, можно что-то здесь найти. Итак, друзья, по приманочкам. Саш, расскажи, что у вас интересного есть. Вот, ну, начнем с минимальных, наверное, и закончим какими-нибудь уже большими размерами. Ну, прежде всего, доброго всем дня. Я рад всех приветствовать на нашем стенде и с удовольствием расскажу о том, что знаю сам. Собственно, о приманках. Я предлагаю сейчас рассказать о воблерах Rapala. Начнем с маленьких и по... В процессе увеличения, да, будем рассказывать о моделях более крупных. Но первое, о чем хочу сказать, наверное, это вот есть такая у нас моделька Countdown Elite. Эта модель уже не новая, она уже была представлена и в прошлом году, и в позапрошлом, но были другие размеры. Сейчас мы можем видеть самую маленькую модель, самый маленький размер в этом модельном ряде. Это Countdown Elite. 3,5 сантиметра. Фишка этой модели? Фишка этой модели в том, что любой countdown, он рассчитан, это тонущая модель, и, соответственно, путем обратного отсчета можно достичь желаемой глубины, на которой будет проводиться... Ступенькой ловить можно? Можно ловить ступенькой, да, он тонет. Он тонет прилично, то есть не вот тебе прям медленно, а он прилично тонет. И очень хорошо держит струю, течение. И думаю, что для форели это будет такая, знаете, хорошая находка. И находка для рыбака, и, собственно, желаемая приманка для форели. Так, дальше. Дальше, конечно, хотелось бы сказать о... близнецах-братьях. Это... Что-то типа чабик не напоминает. Да, это такие крэнки. Вот с разным заглублением. В одном случае это до 1,8 метра, в другом случае это до, по-моему, 0,9, то есть до метра. Что в них интересно? Эта модель и размер имеет 3,5 сантиметра, но при этом ее вес 4 грамма. Она хорошо забрасывается, хорошо, действительно хорошо забрасывается, и имеет очень ярко выраженные сильные колебания и звуковой эффект. Это опять же головлиная, форелевая это, тема, наверное, и даже щучья, окуневый щучья. Да, это скорее, конечно, головлина форелевая. Щука, естественно, щука, но это как хищник, она атакует все, что движется.
Вот. Ну, я думаю, что и окуня, наверное, можно тоже погонять в каких-то... Да, и в расцветках тут можно посмотреть, здесь есть и яркие, есть и натуральные, то есть для, может быть, различных условий, для различной рыбы, активной, пассивной, можно подобрать тот цвет, который будет работать именно в данный момент. Да, кстати, кто, опять же, вот, лайтовые троллингисты, у нас такое уже направление появилось, лайт-троллинг. Лайт-троллинг, то есть, это вообще, да. До смешного доходит, лайтовый троллинг. Вот такие маленькие приманки, ребята уже, ну, не знаю, по какой-то причине, любят таскать их тоже троллингом. То есть уже, ну, может, обленились. Ну, короче, не знаю, да. Там на мелководье где-то ловят вот такие маленькие приманки. Кстати, на озере Всеволок я тоже удачно ловил на такие маленькие приманки. Вот тоже в случае берите на вооружение. Совершенно новая модель. Это Шадраф Элит. Чем отличается Элит? Тем, что, во-первых, здесь очень хорошая детальная проработка всех частей этого воблера, начиная от крючков. Здесь самая топовая серия ВМС стоит, кованые. Они симметричны, то есть, когда их крепишь на воблер, они располагаются абсолютно симметрично. То есть, если вы обращали внимание, обыкновенные тройники располагаются хаотично, несимметрично. На самом деле, вот если по плоскости поставить, и два поддева будет идеально на одинаковую длину выходить за пределы плоскости тела воблера. Ну ладно, это вообще такие детали. Значит, что еще здесь можно сказать? Можно сказать, что при одной и той же практически длине, как и классический шадраб, шадраб элит весит больше. Например, если классическая семерка весит 8 грамм, то здесь 7,5 сантиметра весит 12 грамм. Вес приманки определяет дальность заброса, соответственно, забрасывать легче, забрасывать дальше эту приманку. Ну и замечательно он твичится, этот шадраб. То есть это классика, классическая форма, но в современном дизайне. Вот. Есть у нас сейчас два размера, это 5,5 сантиметров и 7,5 сантиметров. Слушай, вот эта тема опять, наверное, будет по белому чистику неплохо работать. Да, при этом он там заглубляется порядка 3 метров, то есть это как для троллинга, если это, ну, что-то не очень крупное. Ну, если да, это может троллинговать, и, грубо, там щуку погонять, то вот это, говорю, в принципе, тема, говорю, вот опять же, для тех, кто любит белого хищника ловить, размерчик самое то, допустим, жерех, даже, ну, не знаю, ясь, ну, может быть, крупный ясь и крупный голавль тоже сподобится. А так, говорю, прям по жереху, по какому-то трофейному голавлю, это тоже будет интересная тема. Ну, и, соответственно, опять же, щука, окунь там. Так. Так, значит, переходим дальше. Дальше у нас, значит, в той же самой серии Элит есть новые попперы. Они отличаются тем, что вес у них больше, чем у классического поппера. И сам дизайн этой приманки. Мне вот это очень нравится. Очень-очень достойный. Здесь проработаны все детали. Плюс здесь подложка из фольги. Золоченый, то есть здесь такой. Воблер, смотрю, уже из бальса, да? Он, это бальсовый воблер, да, кстати, да. Мы не сказали. Это пластиковый. Не-не-не-не-не. Это бальса? Вся серия Элит – это бальса. Только она фольгированная, то есть... Это тоже бальса, да? Да, все бальса. Ну, соответственно, поппер, у него самое главное преимущество, что он летит дальше, чем классический поппер. Нет, вот швового эффекта здесь нету. Ну, то есть хорошо забрасывается. Заточен под дальний заброс, да? Да, он в большей степени под дальний. Что еще нового? Из нового есть джерки, у нас, да? Вот такие, нет, не джерк, это волкеры. Такой пенсил. Вот, это, наверное, волкеры, да? Волкеры, такие, да, да. Отличительная особенность, ну, как бы, они допускают разную проводку, то есть можно как собака на поводке, то есть с подтяжками. Но здесь еще есть такой момент, если сделать паузу подольше, то приманка начинает тонуть, и из воды торчит только маленькая часть головы, а сама приманка располагается практически вертикально. При этом резким рывком мы заставляем приманку выпрыгивать как бы из воды. Ну, создается всхлюпывание такое, брызги. И таким образом можно разнообразить проводку этой приманки. То есть не только классическим собакам на поводке, но еще такими рывковыми движениями заставлять приманку выпрыгивать из воды. Понятно. Да. Не зацепляйка норвежская и огурец.